Основной закон страны гарантирует обеспечение прав и свобод граждан. На это ориентирована и модернизация судебно-правовой системы, которая последовательно укрепляет и материально-техническую базу. Так, административным судам регионов в канун праздничной даты передан новый служебный автотранспорт. Репортаж программы. Для судебной системы День Конституции имеет особое значение, ведь именно суды стоят на защите конституционных ценностей, реализованных в законах. Именно с этим в обществе ассоциируется их работа. Они достойно справляются со всеми поставленными перед ними задачами по обеспечению верховенства закона. Об этом говорит постоянный рост количества обращений в суды. В подписанном постановлении президентом Республики Узбекистан от 23 августа 2017 года говорится о совершенствовании порядка материально-технического и финансового обеспечения деятельности судов и органов юстиции. Теперь во многих кабинетах сотрудников судебно-правовой сферы обновились компьютеры, оргтехника, мебель и литература. В том числе работникам административных судов были вручены служебные автомобили. Хотелось бы выразить огромную благодарность за столь пристальное внимание. Данные служебные автотранспортные средства позволят нам выезжать на места для рассмотрения выездных судебных заседаний. Вот, что в дальнейшем облегчит работу административных судов. Стоит отметить, что в Узбекистане проведена значительная работа по обеспечению независимости судебной власти и верховенства закона. 21 февраля 2017 года был принят указ президента Республики Узбекистан о мерах по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы Республики Узбекистан. Чуть позже, с 1 июня этого года, были объединены Верховный и Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан. Создан единый высший орган судебной власти в сфере гражданского, уголовного, административного и экономического судопроизводства. Также в стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны затронуты такие аспекты, как расширение гарантий надежной защиты прав и свобод граждан, повышение уровня их доступа к правосудию, эффективности и качества судопроизводства. Дальнейшее совершенствование системы отбора кандидатов и назначения на должности судей.